Синьше Айдос Султангали стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе в Баку. Отметим, в групповой стадии чемпионата приняли участие лучшие в этом виде спорта команды Турции, Ирана, Азербайджана, Кыргызстана, Сербии и сборная мира, которой вместе со звездами выступал и наш земляк. В весовой категории 60 килограммов он победил все два боя. По итогам турнира команда Айдоса выиграла бронзу, золото завоевала сборная Ирана, а серебро – борцы Азербайджана.